Bonjour. Bonjour. C'est notre quatrième cours. Это наш четвертый занятие. Да. Voilà. Последний раз мы занимались... Oui. Последний раз мы занимались в пятницу. Сегодня у нас среда. Но два дня было у Кати выходных. Вообще нельзя было заниматься, чтобы мозг отдохнул. И вообще вот не сформировалось негативного отношения. В понедельник Екатерина занималась сама, то есть по вебинарам. Да. И во вторник было занятие в группе, которая только что начала заниматься. Сегодня занятие у нас вместе. И bon, on commence. Начинаем. Voilà. На дом был счет. Да. Да. Давайте посчитайте. Давайте. Un, deux, quatre. Un, deux, trois. Все на кончиках губ. Un, deux, trois, quatre. 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 Cinq. Тяните и более его носовым сделайте. Cinq. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. 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 Dix. 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 Да, и было очень красиво, особенно некоторые были вообще практически идеальными. Теперь еще раз. Un, deux. Oui. Trois. Trois. Откройте шире через. Trois. 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 На живот. Trois. Trois. Еще раз. Trois. Еще раз. Trois. 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 Oui. Trois. Oui. Quatre. 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 Да. Cinq. 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 Six. Sept. Huit. Neuf. 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 Через, смотрите на меня. Dix. Прямо на экран смотрите. Neuf. Вниз. Neuf. Видите, у вас бок немножко. Neuf. 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 Да. Dix. 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 Onze. Да. Douze. Округлите губы. Douze. 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 Ваш язык вам мешает, и поэтому... Douze. Там нужно освободить. Douze. Douze. Да. Treize. 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 Quatorze. Угу. Quinze. Немножко более носовой. Quinze. Quinze. Seize. 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 Через низ. Seize. 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 Oui. Dix-huit. Dix-sept. Dix-sept. Dix-huit. Dix-neuf. Neuf. Dix-neuf. Vingt. 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 Очень хорошо. И разница, пока не будем до 20 и дальше. Очень хорошо, разница колоссальная с тем, как у вас открывался рот, и как сейчас открывается. И сейчас вы по-русски более, по-французски более четко говорите, чем по-русски. Но надо к этому привыкнуть. Не хватает иногда вот этой близости вот к губам. Says, this. Says, this. Да, но вы уже понимаете. И проблема с R. Это самая важная проблема, поскольку вот она вас сам беспокоит, даже в имени вашем есть эта буква. Так что давайте опять потренируем ее. Давайте. Чтобы все было у нас четко. Язык. Начинаем с языка, потому что он участвует в образовании. Усаем кончик языка. И серединку, и дальше к корню. Чувствуете, что там в тонусе все? Да. Угу. Так, здорово. Теперь помнём немножко... Вообще лицо, чтобы у нас все настроилось. Угу. И давайте сделаем упражнение вот как раз таки на эхо. Простите меня. Парковка? Да, не могу поставить. На эхо. На эхо, да. Эхо. Сначала мы просто потренируем корень языка. То есть мы поднимаем голову. Давайте. Мы поднимаем голову и тренируем корень языка. Р, 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 р. Да, хорошо. Теперь челюсть, смотрите, движение нужно сделать вот такое в бок. Точнее, не в бок, это для меня в бок. Вам, вот смотрите. Посмотрите на меня. Р, р, р. Р, р, р. И теперь нужно очень сильно ударить на звук, чтобы он вышел. Р, 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 р. Ра, 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 ра,
Открывайте шире рот, чтобы он был звонче. Ра, 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 ра. Ага. Хорошо. Ра. Отлично, мы тренируем этот звук. Ра, 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 ра. Ра, 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 ра. Он не очень звонким. Теперь звонкий. Давайте звонким сделаем его. Ра, 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 ра. Г. Это все равно хорошо уже. Ра, 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 ра. Хорошо. Ро, 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 ро. Отделяйте каждую вот часть. Ро, 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 ро. Вы так красиво его говорите. У вас будет точно так же. Ро. 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 Да, давайте с водой попробуем. Не совсем вода. Алкоголь? Нет, чай. Bon. C'est pas important. Сейчас так будет твое горло полощу. Полощите, пока полощите. Движение практически такое же. Не впереди, а позади. Вот должен быть там. Да. Вас потом не болит, когда вы так говорите? Меня всегда болит. С непривычкой? Когда я долго пытаюсь сказать эту букву. Ра, 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 ра. Как выстреливаете? Ра, 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 ро, ро. Не выстрелили. Ро, не вышло. Ро, 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 ро. Дайте руку, смотрите на живот мне. Ро, 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 нет связи, не слышу. Ро, не ро, нет, 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 у вас все равно как будто просто сила. Ро, 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 ро. Вы его выдавливаете спиной, вот позвоночник, живот в позвоночник уйдет, а вы вот так к стулу. Нет, вы так. Ро, 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 ро. Лучше. Ро, да, уже есть связь. Ро, 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 ре, ре. Ре, 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 ре. Очень хорошо. Еще громче. Ре, 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 ре. Скажи теперь. Мы теперь не могу сказать. Это теперь переднее. Да. Передний пока тренируем. Вы должны почувствовать, что вы можете вибрировать передней частью языка и коленом сзади. Сначала не получается, потому что эта часть вообще никогда не работала. Если вы будете каждый день пытаться, я очень удивлюсь, что у вас через там, 2 недели так будет получаться. Но представьте, что каждый день. Как вы это делаете? Да это у меня тоже получалось. Честно.
Алёра, да, те, кто не знает, я первый зачет по фонетике сдавала месяц и не сдала, мне кажется, не пожалели. И со мной была моя одногруппница Ирина Лемцян, с которой мы каждый раз встречались. А, ты опять зачет сдаешь? Мы были из разных групп, мы просто встречались каждый раз на зачете. Вот. Ни она, ни я не могли сдать зачет. Фонетика у нас была ужасная, и вообще преподаватель думает, что у нас не будет шансов на первом курсе. Так что это все сдали, мы вдвоем не сдали. Я при условии, что фонетикой занималась сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, по несколько часов в день. И у меня не сдавалась фонетика никак. Сказали, что я вообще бездарная. Но все прошло. Нельзя никого слушать. Вуаля. Давайте прочтем то, что у нас было. Page 14. Les prénoms. Les prénoms. Les prénoms. Les prénoms. Oui. Et alors, allez-y, s'il vous plaît, lisez. Amélie. Ah, Amélie. Amélie. Oui. Blaise. 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 Didier. Oui. Emily. Oui. Fabien. Géraldine. 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 Язык касается практически зубов сверху. Géraldine. Géraldine. Да, он ставит точку в этом слове. Géraldine. Géraldine. Да, браво. Hector. 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 Да, но только он у вас был глубже. Hector. Hector. Oui. Céline. Céline, точку. Céline. Inès. Jonathan. Oui. Karine. Karine, точку. Karine. Lilian. 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 Manon. Thomas. 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 А Fabien? Я читала. А, d'accord. Manon уже тут, а Fabien тут. Ну, я его читала в начале. А, d'accord. Pardon. Pardon. Manon. Octave. 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 Pascal. 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 Quentin. 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 Bravo. René. 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 Sabine. Ursule. 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 Super. Victor. Thor. Victor. Thor. Thor. Да, Victor. Victor. Все равно у вас Thor, а нужно Thor. Victor. Скажи, подумайте, что это даже на «р» можно похоже. То есть «о-э» – Victor. Victor. Thor. Victor. Подумайте, что это не «о», а «э». Victor. А теперь чуть округлите губы, чтобы было все-таки на «о» ближе. Victor. Еще чуть более «о». Victor. Вот это было наиболее похоже. Victor. Victor. Да, лучше. Все равно чуть более «о» было бы замечательно, но все равно. Ensuite. William. 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 Xavier. 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 Yvon. 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 Zoé. 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 Génial. Ensuite. Écoutez et répétez. 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 Ensuite. Associer les... Associer. Associer les sigles. Les sigles. Les sigles à... Aux photos. Associer les sigles aux photos. Répétez. Associer les sigles aux photos. Sigle. Les sigles aux photos. A. P, D, P, D, G. Oui, ensuite. B. B. S, M, S. Oui. C. R, A, T, P. Oui. D, B, D. Bravo. Qu'est-ce que c'est PDG? PDG, c'est quoi? La image. C'est l'image. C'est l'image. Je sais pas. Non. Non. Non, c'est A. PDG, c'est comme CEO.
Président, directeur, général. SMS. SMS. C'est quelle image? C'est l'image. C'est l'image. Je. C'est l'image. Ben. Qu'est-ce que c'est RATP? ATP. RATP. RATP. C'est l'image. D. 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 C'est comme le métro, etc. De. Le transport. BD. BD, c'est l'image. C. L'image. C. C'est l'image. Oui. C. Bande dessinée. Ensuite, lisez. Écoutez. 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 Et complétez les dialogues. Le dialogue. Le dialogue avec. Avec. Avec les bons. Prénom. Génial. Lisez les prénoms, s'il vous plaît. Alexandre. Ella. Oui. Elodie. François. 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 Léo. 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 Lou. Oui. Julie. Oui. Théo. 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 Génial. On va lire le dialogue. S'il vous plaît, commencez. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Léo. Lou. Je m'appelle Lou. Je m'appelle Lou. Bonjour Lou. Bonjour Lou. Je m'appelle Elodie. Et vous? Alexandre. Et moi, je m'appelle Théo. Et moi, je m'appelle Théo. Et moi, je m'appelle Théo. Bonjour Théo. Bonjour Alexandre. Génial. Super. On va faire deux. Lisez s'il vous plaît. Associer un prénom à un nom. Génial. Hector Lardy. Hector Lardy. Si c'est difficile pour vous de prononcer, vous devrez ouvrir la bouche. Hector Lardy. Lardy. Hector Lardy. Hector Lardy. Hector Lardy. 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 Bravo, ensuite. Jean-Baptiste Huron. Jean-Baptiste Huron. Jean-Baptiste Huron. Ensuite, c'est. Magali Garnier. Magali Garnier. Magali Garnier. Génial. And de. Aider. Aider. Petra. 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 Rou. Riu. Riu. Petra. Riu. Petra. Riu. Génial. Trois, s'il vous plaît. A deux. Non, en fait, ça, nous avons lu, mais lisez, d'accord. A deux. A deux. Vous vous présentez. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Catherine. 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 Je suis russe. Je suis russe. 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 Je suis russe. 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 Russe, c'est comme ça. Je suis russe. Oui. J'habite. En Russie, à Moscou. Moscou, c'est italien. Ça, c'est en français. J'habite à Moscou. J'habite en Russie, à Moscou. Et vous? Bonjour, je m'appelle Julie. Je suis russe, d'origine coréenne. J'habite à Moscou, en Russie aussi. Et je parle français. Et vous? Mes réponses, c'est l'air d'un... Oui. Про Hans. Hans, c'est quoi? Ah, l'âge, возраст? Да. Oui. Там нужно выучить сначала глагол avoir. Voilà, oui. Чтобы это говорить. Потому что во французском имеет возраст. Avoir, это je... Oui. Можно я скажу? Oui. Или я запомню, например. Je, toi, il, elle... Правильно? А, d'accord. Ну, это не то. Ничего, это было то, но не очень четко, поэтому я вообще не поняла. Okay. Je, tu, a,
Илле. Илле. Нет, не разделяйте. Илла. Илла. Илла, точно. Ну, ком... Ну что ж такое? Не расстраивайтесь, уже половину запомнили. Мы еще это не учили. Это ваше было домашнее задание, потом к нему вернемся. Алло, s'il vous plaît, lisez au fait. Lisez au fait. Au fait. En français, on utilise. On utilise toujours je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, avec de, les verbes. Avec le verbe. Avec le verbe. Les pronoms. Les pronoms. Je, moi. Oui. Tu, toi, il, elle, lui, elle, nous, nous, vous, vous, il, a, il, eux, elle, elle. Bravo. Et quatre. Écoutez le dialogue. Dialogue. Je m'appelle Enzo Tellier. Tellier. Comment ça s'écrit? Comment ça s'écrit? Enzo. E-E-N-Z-Z-O. Oui. Tellier. T e Deux L. Deux L. Il double L. Double L. E. I. I. E. R. Et vous? Et vous? Génial. Lisez la francophonie. Francophonie. Les noms courants dans... Les noms courants dans les prêts... Pays. Франкофонии. Dans les pays francophones. Да, не сочиняем, читаем. Франкофон. Бельгия. Бельгик. 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 Дюбуа. Дюбуа, верно. Дюбуа. Бельгик, дюбуа. Бельгик, дюбуа. 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 Дю. Дюбуа. Не дю, а дюбуа. Бельгик, дюбуа. Oui. Франция. Франс, через низ. Франс, Франс. 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 Марс, Мартин. Мартан. Мартан. Квебек. 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 Трамбле. Браво. Сенегал. 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 Диало. Суис. J'en aurais. Génial. Eh bien, теперь максимально четко. Это даже не на запоминание, а на фонетику. Да? Alors, on y va. Zéro. Zéro. Максимально физически отдайте вот этот звук. Zéro. Zéro. Un. Un. Deux. Deux. Trois. Trois. Quatre. 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 Cinq. Cinq. Six. Six. Sept. Sept. Huit. Huit. Neuf. 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 Dix. Dix. Onze. Onze. Douze. 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 Язык нужно опустить, у вас он мешает, поэтому там мало места. Douze. Douze. Treize. Treize. Через низ. Treize. Treize. Quatorze. 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 Quinze. Quinze. Seize. Seize. Dix-sept. Dix-sept. Dix-huit. Dix-huit. Dix-neuf. 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 Vingt. 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 Vingt.
21 Еще раз. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Теперь мы по очереди. Вы называете, я называю. 0, 1, 2, 3 Начинайте. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Super. На этом пока закончим. Alors, regardez s'il vous plaît, 21. Я делаю транскрипцию. Тут у нас три носовых. 20 это носовой э. 20. Дальше идет т. 21. Кстати, не три носовых, а два носовых. 21. И вот здесь ставятся две точки, значит, это долгота такая. 21. D'accord? 21. Voilà, génial. Eh bien, on tourne la page, c'est la page 18, s'il vous plaît. La page 18 dans la classe. Lisez, s'il vous plaît, le devoir, puis les phrases. Allez-y. Dans la classe. Расслабились. Dans la classe. Dans la classe. Oui. Фразы вот такие маленькие, читаются на одном дыхании, здесь делается удлинение. Dans la classe. Dans la classe. Oui. Écoutez. Écoutez, pause, associez. Écoutez et associez les phrases aux images. Здесь соединяем. Делайте. Écoutez, associez. Et associez. Et associez les phrases aux images. Je. Images. Et теперь еще раз. Écoutez et associez les phrases aux images. Почему мы зачеркнули? Мы не зачеркнули, мы сделали это. А. Значит, что это первое? Здесь можете делать паузу. После это и. Oui. Вот здесь делайте паузу. Écoutez, но пауза вверх она. Écoutez et associez les phrases aux images. Écoutez et associez. Associez les phrases images. Les phrases aux images. Les phrases aux images. Еще раз. Image нужно растянуть. Écoutez. Écoutez et associez. Associez.
associé les phrases. Les phrases. Les phrases aux images. Les phrases aux images. Les phrases aux images. Послушайте меня внимательнее. Les phrases aux images. Les phrases aux images. А теперь всю вместе фразу. Écoutez. Écoute. Écoute. Не было того, что соединено. Когда говорю «экуте», я наверху остановилась, но нет такой прям обрывистой фразы. «Экуте» и «associe les phrases aux images». «Экуте» и «associe». «Associe». «Associe les phrases aux images». «Les phrases aux images». Вы двигаетесь вот синусоида, да, вот эти вот. Écoutez et associez les phrases aux images. Écoutez et associez. Что это за буква? Associez. Что это за? Associez. Oui. Écoutez et associez. Что это такое? Associez les phrases aux images. Было великолепно. Ensuite. Non. Alors, lisez s'il vous plaît la phrase. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comprends pas. Скажите без «не», вам будет легче. Je comprends pas. Je comprends pas. «Не» можно опустить. C'est quelle image? C'est quelle image? C'est l'image C. Oui, c'est l'image C. Oui, peut-être, oui. Alors, ensuite, deux. Comment on dit en français? Comment on dit en français? Comment on dit en français? Dit, dit pilote i. Comment on dit en français? Comment on dit en français? Dit, dit. Comment on dit en français? Смотрите, dit. Это утрировано то, что вы делаете. А нужно comment on dit совсем мягко. Comment on dit? Только не так отрывисто. Comment on dit en français? Comment on dit en français? Pardon, madame, comment on dit en français? Что бы она сказала? Pardon, madame, comment on dit карандаш en français? Pardon, madame, comment on dit карандаш en français? Ouais, карандаш. Карандаш. Хорошая R была в слове карандаш. Mais bon. Pardon, madame, comment on dit карандаш en français? Представьте эту ситуацию, там... Pardon, мадам. Мадам глухая и далеко, надо прям кричать. Pardon, мадам. Comment on... Мадам. Pardon, мадам. Comment on dit карандаш en français? На каком языке? En français. En français. Да, и c'est, протяните. Pardon, мадам, comment on dit карандаш en français? Pardon, мадам. Comment on dit карандаш en français? Карандаш, c'est un crayon en français. Давайте теперь эту ситуацию проиграем, все предметы спрашивайте. У меня надеюсь, что я знаю, как они называются. Allez-y. Pardon, madame. Pardon, madame. Нет, если вы улыбаетесь, уже мадам не получится, потому что другая артикуляция нужна. Pardon, madame. М нету. Pardon, madame. Pardon, madame. Pardon, madame. Comment on dit? Dit. Comment on dit journal? En français. Не рубите, мне нужна целая фраза. Comment... Pardon, madame, comment on dit journal en français? Pardon, madame, comment on dit journal en français? En français. En français. Journal, il y a deux variantes. Il y a une revue, il y a un magazine. Magazine, я все напомню. Oui, d'accord. Ensuite? Encore, еще что-нибудь? Pardon, madame. Comment on dit шкаф en français? Comme ça? Шкаф en français, книжный шкаф en français, c'est une bibliothèque. C'est une bibliothèque. Bibliothèque. Voilà. Ensuite. Pardon, madame. Comment on dit комната en français? En français. En français. Oui, комната comme ça. Là, c'est une salle.
C'est une salle. C'est une salle. Là, c'est une salle. Oui, то есть здесь, потому что mm-hmm. есть слово chambre, это только там, где есть кровать. Есть слово pièce, это в общем комната. Chambre, это как спальня? Спальня, кровать, там, c'est ma chambre. А, например, если в квартире там 4 комнаты, mm-hmm. но, например, там есть зал, вот салон, mm-hmm. есть столовая, то они говорят quatre pièces, deux chambres, un salon et une salle à manger, par exemple. То есть они уже перечисляют, что есть две спальни, Mm-hmm. салон и там столовая, например, mm-hmm. или там un bureau, кабинет. Mm-hmm. D'accord. И encore, давайте с monsieur попробуем. Pardon monsieur, comment on dit en français? Pardon monsieur. Monsieur. Pardon monsieur. Pardon monsieur. Pardon monsieur. Округлённое в двух случаях. Monsieur. Pardon monsieur. Pardon, monsieur. 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 Да, pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Нет, у вас там ха даже появляется. Так не должно быть. Monsieur. 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 Это у нас me и sieur. Pardon, monsieur. Sieur там нет. Sieur. 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 Monsieur. Monsieur. Pardon, monsieur. Там какой-то у вас хай есть. Месье. Мне не получается вам говорить. Сьё же у вас получается? Сьё. Да, это вы добавляете что-то между. Месье. Месье. Отлично. Пардон, месье. Пардон, месье. Comment on dit... On dit. Comment on dit чай en français? En français. Pardon, monsieur, comment on dit chai en français? Comment, monsieur? Comment, monsieur? Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Comment on dit chai en français? En français, le mot chai, c'est un thé. Le thé. Le thé. Oui, thé comme tea, да, on dit comme thé. Voilà, H пишется. Super, ça va? Ça va. Eh bien, ouvrez, s'il vous plaît, page 18. 17. Mm-hmm. Voilà, aujourd'hui c'est le. Et тут нужно писать дату. Aujourd'hui c'est le. Quelle date nous sommes aujourd'hui? Aujourd'hui c'est le 3, oui, c'est une date? Le 3 octobre. Обратите внимание, что дата по-французски всегда говорится с определенным артиклем. Дальше идет число, и это не порядковое, не первый, второй, третий, четвертый, а это 3, 4, 5 и т.д. Дако. Кроме первого. Первый у вас тут есть, кстати, где-то... А «le» всегда «le» или всегда «le», потому что это дата. «Le trois». Кроме первого. Первое говорится «le premier». Вот у вас, видите, attention. «Le premier». Но остальное «le deux», «le trois», «le quatre». То есть это легко. «Le premier», «он» или как? «Le premier», вот оно уже первое, как «premier», первый. «Le premier» и дальше говорится какой-то месяц. Например, «le premier mars». «Mars». Март, exactement. Voilà. То есть запомните, le... aujourd'hui, сегодня, просто так же число, никаких изменений. Да, кроме первого, никаких mm-hmm. изменений. Смотрите, сказать, что сегодня какая-то дата, вы должны сказать aujourd'hui, c'est le 3 octobre. Répétez. Aujourd'hui, c'est le 3 octobre. Voilà. А завтра у нас le 4 octobre. Завтра слово это demain. Demain, le 4. C'est. Demain. C'est le 4 octobre. Génial. Давайте вот это прочитаем задание. Мы учимся пока читать, читаем все абсолютно. Lisez les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Lisez les jours de la semaine. Повторите интонацию. Lisez les jours de la semaine. Lisez les jours de la semaine. Voilà. Et les jours de la semaine. Давайте за мной. Lundi. Lundi. Lundi, dimanche. Lundi. Mardi. Mardi. Mercredi. 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 Jeudi. Jeudi. Vendredi. Vendredi. Samedi. Samedi. Dimanche. Dimanche. На samedi вот эту «э» вычеркиваем, потому что она не произносится. Редко, практически никто не говорит «самеди». Voilà. Сами. Lundi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, vendredi, vendredi, vendredi,
Samedi. Samedi. Dimanche. Super. Ça va? Ça va. Alors, l'exercice... Inutile. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Понедельник? Oui. И так далее. Voilà. Это выучите. Voilà. Если вести в YouTube les jours de la semaine, выйдут различные песенки и так далее для детишек маленьких. Они же тоже это учат. Alors, deux. Lisez, s'il vous plaît, le devoir. Читайте задание. Observer. Это же не вещь двух гласных, правильно? Observer les affiches. Observer les affiches. R не читается, там ее нет. Observer les affiches. Observer les affiches. Но понаблюдайте за, оно, как бы проанализируйте вот эти вот афиши. Les mois de l'année et les saisons. Voilà, les mois de l'année, это года, les saisons, это времена года. Давайте les mois de l'année прочтём. Janvier. Да, это январь. Janvier. Février. Février. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Les saisons. Printemps. L'été. L'automne. L'hiver. Voilà. Чтобы сказать весной, осенью, летом, с этими тремя, été, automne и hiver, так как они начинаются с гласных, слышите? Été, automne, hiver, говорится en été, en automne et en hiver. Это зима? Это летом, осенью и зимой. А с весной употребляется о, а и о printemps, весной. D'accord? Мы это еще будем видеть. Alors, прочитайте сами, или здесь, s'il vous plaît. Janvier, что чевер? Janvier, février, mars, avril, avril, mai, juillet. Почему так читается? Потому что у вас и дубль L читается как E. А вот этот? Juin. Ну, то, что тут он в корне. Но вообще, конечно, я могу как угодно это объяснять, вам лучше запомнить. Juin. Да, ну как ju, а и n носовой дает e. Juin. А этот я уже забыла. Juillet. Давайте я сделаю вам транскрипцию. Давай. Не такую, как у меня. Это не транскрипция, это... Ну, пожалуйста, не стирай. Ну, это вообще не похоже на правду. Ну, я хотя бы буду теоретически. Жуи. Voilà. Вот этот звук, который уй, промежуточный между уй, это ж, такая транскрипция. Жуи-е. Juillet. А это у нас будет juin, носовой. Juin, juillet. Oui, bravo. Ensuite. Это в транскрипции французской это будет août, а не читается совсем. Août. Да. У. Нет, они даже просто говорят у. Но большинство говорит «ут». 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 «С
Септембр, октябрь. Ну, это было грубо сейчас. Октябрь. Новембр. Вы красивы должны. Новембр. Вам нравится? Да. Послушайте себя. Новембр. Новембр. То, как вы говорите, должно вам нравиться. Вы должны Десембр. Себя... Это было красиво. Вам должно нравиться. Вы должны... Септембр. Это тоже октябрь. Было... Браво. Новембр. Десембр. Гениаль. Вам должно нравиться, действительно, вы должны себя слушать и добиваться именно этого эффекта. Ensuite, les saisons. Les saisons. Le primaire. Le printemps. Это такая транскрипция P. Ré носовая. Prin. А дальше A носовая. Printemps. Всего два слога. Le printemps. Да, и тут немножко такая долгота. Printemps. Le printemps. Ton. Le printemps. Ton. Le printemps. Вы не опускаете челюсть, нет вообще никакого расстояния между челюстью. Le printemps. Printemps. Oui. Но мы с нами еще будем работать, c'est-à-dire, c'est pas notre but aujourd'hui. Ça va? L'été. Ah, l'été, oui. En l'automne. Ah, нет, подождите, l'automne. 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 Tonne. Tonne. Чистота нужна мне. L'automne. L'automne. Тонно. Тон. Ле тонно. Ле тон. Скажите тонно. Тон. 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 А теперь ле тон. Ле тон. И вот ле тон быстрее. Ле тон. Дальше. Ливер. Ливер. Теперь au printemps, en été, en automne et en hiver. En printemps. Au printemps. Au printemps. En été, en automne. Он ивер. Плохо. Я уже все забыла. Читайте, вспоминайте, медитируйте. Он прентон. О прентон. О прентон. О прентон. О прентон. Тон. Тон. Он лете. Эль уже нет. Без... Анете. Анетон. Не тяните так долго. Анетон. Анетон. Анивер. 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 Гениально. Вуаля. И начнем нашу работу. Мы начинаем с 1 июня. 1 июня всегда начинается с картиночки. Вуаля. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Что вы видите на этой картинке? France. En français. En français. En touriste. Une touriste. Une touriste. Une femme. Qu'est-ce que la touriste dit? Bonjour. Vous êtes français. Vous êtes français. Vous êtes français. Voilà. Et qu'est-ce que c'est? Métro. La carte. Le plan du métro. Le plan du métro. Ça c'est quoi? Eiffel. La tour Eiffel. La tour Eiffel. Et ça, c'est le drapeau français, flageau francouski. Drapeau français. Voilà, ça, c'est un béret, oui. Ça, c'est un béret. Voilà, et ça, c'est... Тельняшка, да? Маринетта, non, pas маринетта, marine. Я забыла, как называется эта штука, да, тельняшка, в общем, oui. Alors, et vous? Et vous? Ah, et vous? Voilà. Lisez, s'il vous plaît. Comment vous vous appelez? Comment vous appelez? Comment vous vous appelez? Oui. Objectif. Oui, objectif. Objectif. Demande. Demander. Demander de se présenter. De se présenter. De se présenter. Se présenter. Demander de se présenter. Se présenter. Pilivot. Вспоминайте, логично. Вы должны из текста многое что понимать сами. По контексту. Дополните. Это где? Нет. Demande? Да. Попросить. Попросите представиться, представьтесь. И представиться. Да. Voilà. Попросить представиться и представиться. D'accord, 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 d'accord. И voilà. Donner des informations personnelles. 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 Oui, переведите. Donner, дать.
Дайте информацию о себе. Oui. И regardez. Всегда лучше. Вы хотя бы с вами смотрели, все видели вам с вами, но все равно. Сначала у нас будет с вами диалог, где люди, voilà, по картинке видим, входят и разговаривают, и, скорее всего, знакомятся. Вот, некоторые люди тут опять нарисованы, флаги. То есть, опять же, пока объясняю, дальше вы сами должны будете выводить эту информацию. Значит, люди представляются, нарисованы какие-то флаги, итальянские, мексиканские, etc. Значит, вы должны будете сопоставить флаги с фотографиями. Voilà. Опять же, даны какие-то речевые конструкции, грамматика, выражение вот этих двух глаголов, которые нужно было вам выучить к сегодняшнему дню. Грамматика дана, вот всегда она в голубом. Под грамматикой сначала идет эшофмон, это разогрев. Это когда вам дают что-то, например, какие-то фразы, которые мы видели до этого. Mm-hmm. И вы должны их проанализировать и, например, заполнить эту таблицу. Прилагательного женского и мужского рода. Дальше вам объясняют, что это такое. И дальше идут упражнения. Можно вопрос? Oui. В мужском также пишется? Нет, конечно. Валя, мы к этому придем. Дальше у вас идут какие-то... вот здесь в данном случае у вас текст. Вы видите этот текст, люди представляются, и о них вопросы задают. Вы на них должны ответить. Опять грамматика по артиклям. Словарь идет. Дальше видео. Видео будет вам на дом. Дальше фонетика. Аудио. Опять же, ко всему есть какие-то вопросы, картинки, разные виды заданий. Вы это анализируете, чтобы вам было легче ориентироваться. Потому что все равно набор тех упражнений, которые здесь вообще практикуются, он ограничен. Ограничен, может, не то, что ограничен, значит, его мало. Он может быть там 300 видов. Но все равно на каком-то этапе вам вообще будет быстро даже на это не нужно будет времени тратить. Дальше смотрите, опять о франкофонии какие-то факты, о французах какие-то факты, клише. Фотографии, опять аудио, то есть видите, все в принципе очень похоже. Все равно это интересно, но когда вот вы понимаете, о чем речь, вам легче. Фотографии, опять какие-то по ним вопросы, аудио, опять грамматика и так далее. И даже есть уже задание к Дельфу, к экзамену. Потому что без грамматики нельзя. В одном. Юнити, они маленькие. Тут смотрите, отрицание. Мы сами уже видели. Вуаля. То есть они пытаются все отдельно. Вот странная тема, которую вы. Спрашивали про которую, как странно, да, разные называются, и с предлогами. То есть на начальном этапе, конечно же, много грамматики, но лучше всего постепенно проходить, потому что метод проб и ошибок, когда вы якобы много-много слушаете, а потом начинаете правильно говорить, со взрослым человеком не действует, потому что наше много — это не 3, не 4, не 10 часов. Это даже 2-4 часа, как маленький ребенок, если вы говорите. Ну, многие говорят, я буду как маленький ребенок, который в среде. Но в среде он 24 часа. У нас нет такой возможности 24 часа находиться. И причем у ребенка хочется учиться, у него гибкий мозг. У взрослого человека не так. И можно, опять же, посмотреть на людей, которые приезжают на заработки. Ну, самый такой пример. Ничего не знают. Или даже знают и говорят иногда, но они не платили за курсы. Так что тут надо грамматику знать, чтобы осознанно строить предложения, там, какие-то моменты. Если вы не знаете о существовании чего-то, то будет труднее учиться. А если вы знаете, то вы на это внимание обращаете. Тогда быстрее это усваивается. Voilà, давайте начнем мы с вами с vocabulaire. D'accord? Voilà. Je vais trouver dans mon livre. Alors, page 23, s'il vous plaît. 23, oui, vocabulaire. Lisez, s'il vous plaît, le titre du vocabulaire. Lisez. Oui. Les pronoms. Les personnes. Les personnes. Les loisirs. Loisirs. Les nombres. Les nombres. Les nombres. Voilà. Les personnes, люди. Можете написать. Les loisirs. Это досуг. У нас он в единственном числе во множественном французском. И les nombres – это числа. Числа мы сегодня с вами не будем брать отсюда. Слишком уж их много. Тут до 69. Alors, nos personnes, почитаем. Les personnes. La femme. La femme. Женщина, на духах, видели. La fille. La fille. Fille. La fille. Девочка. Девочка. Напишите. La fille. Не пишет? Ладно, возьмите этот настрелец. La fille. Ensuite. Qu'est-ce que chercher? Voilà.
L'homme. 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 Le garçon. Le garçon. Le garçon. D'accord. L'homme, ma, мужчина, garçon, мальчик. Les loisirs. Les loisirs. Qu'est-ce que c'est? Что такое les loisirs? Так, досуг. Досуг. Voilà. Чем можно заниматься? L'athlétisme. L'athlétisme. Сама. Сама. L'athlétisme. Еще более сама. L'athlétisme. Да, le journalisme, l'athlétisme, etc. Все сама. Le journalisme. Сама. Le journalisme. Voilà. Le cinéma. Le cinéma. La danse. La danse. La lecture. La lecture. La lecture. La lecture. La musique. La musique. La natation. La natation. La peinture. La peinture. Le tennis. Le tennis. Génial. L'exercice numéro 1, lisez s'il vous plaît. Complétez les phrases. Phrases. Разделяйте. Complétez les phrases. Complétez les phrases. Voilà. Дай вам одну минуту дополнить вот это. Есть упражнение с глаголом иметь. Любить. Voilà. Сюда с определенным артиклем это ставится. Значит, любить что-то. Это идет функция артикля обобщения. Когда вы говорите «я люблю», например, «ну, я люблю собак», может быть, даже вы не всех собак любите, но вы обобщаете, правильно? Да. Voilà. «Я люблю фрукты», например, «но я не люблю, не люблю насекомых». Тоже обобщаете, хотя, наверное, всех насекомых не любите. И цетера. То есть есть какие-то глаголы, у которых есть тенденция к обобщению. И после них нужно определенный артикль ставить. Ну все, не знаю. Это не знаете? Это знаю. Это атлетик, что ли? Oui. Тогда где бассейн? Бассейн — это плавание. Понятно. Здесь плавание. Oui, la natation. La natation. Глагол плавать — это на же, но плавать на же — это, скорее всего, ну так, любительски. А если человек занимается плаванием, то он делает de la natation. Faire de la natation. Заниматься плаванием. La natation. Oui. Eh bien, s'il vous plaît, à... J'aime le cinéma. J'aime le cinéma. И когда вы говорите... J'aime le cinéma. Тяните. J'aime le cinéma. J'aime le cinéma. Catherine, vous aimez le cinéma? J'aime le cinéma. Естественно. Любите ли вы кино? Vous aimez le cinéma? J'aime le cinéma. Oui, j'aime le cinéma. Oui, j'aime le cinéma. Oui, а теперь еще проще. Oui, j'aime le cinéma. Oui, j'aime le cinéma. D'accord. Ensuite. Il aime le tennis. Читайте артикль чётче. Il aime le tennis. Il aime le tennis. Génial. Ensuite, c'est... Tu aimes la lecture. Носовой какой-то получается. Tu aimes. Tu aimes. Aime. Tu aimes la lecture. Aime, нужно через низ опустить. Кончики губ не расходятся. Tu aimes. Да, tu aimes. Tu aimes la lecture. Tu aimes la lecture. Tu aimes la lecture. Tu aimes la lecture. Tu aimes la... Aime. Tu aimes la... Смотрите на меня. Aime. Aime. Да, tu aimes la lecture. Tu aimes la lecture. А теперь быстрее. Tu aimes la lecture. Tu aimes la lecture. Tu. La lecture. Bravo. Ensuite, T. Elle aime la natation. Elle aime la natation. Elle aime la natation. Génial. Tu aimes l'athlétisme. Так как у нас слово начинается с гласным, мы делаем
апостроф «ё» исчезает. «Tu aimes l'athlétisme?» Это был вопрос. «Tu aimes l'athlétisme?» «Tu aimes l'athlétisme?» «Sm?» «L'athlétisme?» «Sm?» «L'athlétisme?» «Sm?» «L'athlétisme?» И теперь еще раз. «Tu aimes l'athlétisme?» «Tu aimes l'athlétisme?» Génial, F. «Tu aimes...» J'aime la peinture. La peinture. J'aime la peinture. Génial, j'aime la peinture. Bravo. Eh bien, мы с вами не берем числа. Мы возьмем их в следующий раз с вами. Может быть, через недельку у вас будет достаточно, пока вы с видео, которое я вам выслала. Поэтому сейчас мы это пропустим. И on va passer à la page. Je vais vous dire quelle page c'est. La page 29. На странице 29. La page 29. Где тоже наш вокабуляр этого урока. Lisez, s'il vous plaît, le vocabulaire. 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 Les pays et nationalités. Les pays et nationalités. L'identité. L'identité. Les nombres. Les nombres. Опять мы не будем это изучать. Страны, национальности. L'identité – это личность, как бы. Личность, например, у них вот эта карточка называется carte d'identité. Это такая карточка, которую личность идентифицирует. Возраст, пол, национальность, etc. D'accord? Voilà. Или номер числа, до 100 тут уже, мы их не будем изучать. Voilà, страны прочтём. L'Algérie. L'Algérie. И тут, смотрите, сначала начальная форма у прилагательного, это всегда существительное мужского, прилагательное мужского рода. И дальше дает скобка женский род. Мы будем сначала мужской, потом женский произносить. Смотрите как. Algérien. Algérienne. Повторите. Algérien, Algérien. Теперь вы слушаете себя. Вам должно нравиться, как вы произносите. Вы следите за этим. Algérien, Algérienne. Algérien, Algérienne. L'Allemagne. L'Allemagne. Allemand, Allemande. Allemand, Allemande. Это что за национальность? Немка. Voilà. L'Argentine. 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 Argentin. Argentine. Argentin. Argentine. La Belgique. Argentine. Da-da-da. La Belgique. La Belgique. Belge. La Belgique. Belge. 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 Прилагательные, которые уже в мужском роде заканчиваются на «ё», имеют такую же форму в женском роде. А мексикан? Мексикан не такой же, как «эльжарьян». Там нет «ё» на конце. Ensuite, «le Brésil». «Le Brésil». Не так резко. «Le Brésil». «Le Brésil». «Brésilien». «Brésilienne». Brésilien, brésilienne. Le Canada. Le Canada. Canadien, canadienne. Canadien, 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 canadienne. Canadien, canadien, canadienne. Слишком резко. Canadien, canadienne. Canadien, canadienne. 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 La Chine. La Chine. Le chinois. Ah, pardon. Chinois, chinoise. Chinois, chinoise. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Китаец, китайка. Китайка, китаян. Ouais, китаян. Bon, la Colombie. La Colombie. La Colombie. Colombien, colombienne. Colombien, colombienne. Colombien. Colombien, colombienne. Voilà. Les Comores. Les Comores. Comorien, comorienne. Comoria, comorienne. Знаешь, что это? Нет. Коморские острова находятся возле Мадагаскара, там, где Африка. Voilà. Это вот жители этих островов. Ensuite, l'Espagne.
L'Espagne. Espagnol. 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 Нет там ньол. Ньол. Espagnol. Espagnol. Если слово заканчивается на согласную, которая уже произносится, вы добавляете «ö», но произношение не меняется, только по написанию. Ensuite, les États-Unis. Les États-Unis. Смотрите, «le», вот это «s» соединяется со словом «état», получается «les». Слово «штаты» множественного числа «s» на конце, и тут тоже «z» образуется. «Z» образуется, pardon. Les États, и тут «s», «unis». D'accord? Les États-Unis. Voilà. Лучше не запоминать, как это произносится, а именно понимать, как это читается. Ensuite, américain, américaine. Américain. Américain, américaine. Américain, américaine. Там на слова «э» – «américain». Как читается? Non, américain, américaine. Américain. Там «э» на слова «américain». Américain, américaine. «Кен». 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 А теперь «кен». «Кен». Américain, américaine. Américain, américaine. Mais bon, ça va, on va travailler encore. La France. La France. 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 Français. Français. Française. Française. Мне нужно вот посвободнее звук сделать. Français, française. Français, française. 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 L'Inde. 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 Indien, indienne. Indien, indienne. Ne. Indienne. Indien, indienne. Indien, indienne. Indien, indienne. На следующий день мы будем работать над носовыми. Le Mali. Le Mali. Malien, malienne. А Италия. Pardon. L'Italie. L'Italie. Italien, italienne. Italien, italienne. Le Mali. Le Mali. Malien, malienne. Malien, malienne. Le Maroc. Le Maroc. Marocain, marocaine. Marocain, marocaine. Le Mexique. Le Mexique. Mexicain, mexicaine. Mexicain, mexicaine. Le Niger. Le Niger. Nigérien, nigérienne. Nigérien, nigérienne. Le Polonais. Pardon, la Pologne. La Pologne. La Pologne. La Pologne. 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 Et теперь la Pologne. La Pologne. Polonais, polonaise. Polonais, polonaise. La Russie. La Russie. La Russie. La Russie. Roux est à rigir. La Roux. Rue. Qui se dit comme ça tient. La Russie. Rue. 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 Russie. Божечки. Почему Россия такая тяжелая? Потому что вам La Russie. Russie. La Russie. La Russie. La Russie. Пытайтесь, пытайтесь. La Russie. La Russie. Rue. La Russie. Похоже только «си». La Russie. La Russie. La Russie. La Russie. Russie. La Russie. Помогите себе руками. La Russie. Надавите прямо на губы. La Russie. La Russie. И пытайтесь так. La Russie. Нет, вы поздно давите. La Russie. Нет, la Rue. La Russie. Лучше. La Russie. Russie. La Russie. Я прям смотрю, все прям, посмотрите на меня. La Russie. Voilà, дальше. Russe, russe. Russe, russe. Russe, russe. Le Sénégal. Le Sénégal. Sénégalais, sénégalaise. Sénégalais, sénégalaise.
La Tunisie. La Suisse. La Suisse. Suisse. La Suisse. Suisse, Suisse. La Suisse. Suisse, Suisse. La Tunisie. La Tunisie. Tunisien, Tunisienne. Tunisien, Tunisienne. Et le Vietnam. Le Vietnam. Vietnamien, Vietnamienne. Vietnamien, Vietnamienne. Oui. У нас есть видео, которое вы уже видели. Это, по-моему, 29-е видео на нашем YouTube, да? Которое про страны разные. И там написано, чтобы вы запоминали, что 99% стран, которые заканчиваются на «ё», Алжирии, Альмания, Аржентин, да, Бельгия, Шин, и т.д. Если они заканчиваются на «ё», то женского, женского рода. И поэтому это определяет еще предлог потом, с которым они употребляются. Если страна заканчивается на какую-то другую букву, например, как Канада или Бразилия, да, или что у нас еще есть, Марокко или Мали или Вьетнам, они мужского рода. Я забыла, какие предлоги. Ан, ан, эн, ан. Ан, о, о. О с трех букв это а я знаю, это мужественно. О с этазюни и о комо. Но это чуть попозже. Пока это запомним. Такая же с трех букв в комо. Потому что это множественное число. А-а-а. Нидерланды тоже множественное число. Филиппины тоже множественное число. А, я думала, такая. Нет, именно множественное число это будет АВИКС. Устали уже, да, горло немножко болит. Отдохнем от этого и начнем как раз-таки наш юге. Алло, c'est la page. Page 20, 20-я страничка. Презентация. Презентация. Voilà. Et la première question. Смотрите, начинаем. Презентация. Compréhension orale. Это называется понимание со слуха. То есть вы будете слушать аудио и должны понять то, что они говорят. И первое задание всегда называется entrée en matière. То есть вход вообще в тему. То есть, когда вы понимаете... Oui, entrée — это вход, матière — это как вот контекст, сюжет. Voilà. То есть, если вы не понимаете вообще, где ситуация происходит, о чем говорят, вообще-вообще, где говорят, то труднее понять, чем ежели вы бы знали об этом. Поэтому вам нарисовали картинку. Bonjour et bienvenue. Что это значит? Bonjour et bienvenue. Здравствуйте, хорошие. И добро пожаловать. Добро пожаловать. Вы видите ситуацию в поезде. Вот нарисован поезд. На поезде написано TGV. И вопрос, который вам задают, чтобы даже не касающийся аудио, а больше касается этой картинок и того, что будет. Vous connaissez le TGV? Повторите. Vous connaissez le TGV? Ко-чё-чё. Vous connaissez le TGV? Vous connaissez le TGV? Что такое le TGV? Это вы знаете... Train, а, grande vitesse. Я вам напишу здесь этот... РЖД. Train, нет, а, РЖД у нас SNCF. Société nationale de chemin de fer. Voilà, а, grand. Grand, это grande vitesse. Это значит скорый поезд. Поезд на большой скорости. ТЖВ — это скоростные поезда. Voilà. И смотрите, у нас есть premier écoute, первое слушание, и deuxième écoute. Вот задание для первого слушания. Les personnes sont, где люди есть, dans le bus, dans le train et dans la voiture. Не слушая. Подождите, я запуталась. Premier, а теперь не можно сказать de écoute. Deuxième écoute. Конечно. К каждому надо добавлять. Конечно, второе, третье, четвёртое. Troisième. Troisième. И так далее. Это пока сейчас не очень важно. Voilà. То есть, первое слушание. Les personnes sont. Где люди? Dans le bus, dans le train et dans la voiture. На этот вопрос вы можете ответить, даже не слушая. Да. Следующее. Elle. Elle. Слово человек в французском женского рода. Mm-hmm. И поэтому здесь у вас местоимение elle. Что эти люди делают? Да. Они во французском женского рода люди. Да. Да? Se présent. Представляются друг другу. Se disent au revoir. Это возвратная частица. Прощается. Говорят друг другу, да? Говорить друг другу. Да. До свидания. Или же raconte un voyage. Рассказывают историю, как бы путешествие. Mm-hmm. То есть что? Даков? Это все, что нужно нам услышать по первому аудио, даков? Да. Не первое аудио, а первое слушание. Et vous? Page 20. Document A. Présentation. Bonjour et bienvenue dans le train ITESAP Bordeaux-Paris.
Bonjour, je m'appelle Oscar. Et vous? Bonjour, je m'appelle Boris. Et voilà Julia, ma femme. Bonjour. Vous êtes français, Oscar? Non, je suis suédois. Et vous? Moi, je suis russe. Et Julia est italienne. Oui, et j'ai 63 ans aujourd'hui. Ah, joyeux anniversaire. Place 4, c'est là. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Julia. Et voici Boris. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Moi, c'est Daniela. Et voilà Alberto. Bonjour, tout le monde. Et toi, comment tu t'appelles? Adelina. Pardon? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Adelina. Et elle a 8 ans. Adelina, c'est français? Non, c'est mexicain. Elle est mexicaine. Et nous aussi. Ça va? Ça va. Génial. Voilà, больше нам ничего не нужно понимать. Сначала... Les personnes sont où? Dans le train. Les personnes sont dans le train. Les personnes sont dans le train. Сквозь зубы все произнесли, так не должно быть. Les personnes sont dans le train. Вообще не похоже на правду. Les personnes sont dans le train. Шум, стиснутые зубы. Некрасиво. Les personnes, чисто. Les personnes. Нет, les, вываливается звук. Les personnes sont dans le train. Les personnes sont dans le train. Sont dans le train. Article sont вообще... dans le train. Дальше, elle. Elle se présente. ENT, это третье лицо, множественное число. ENT не читается. Elle se présente. La deuxième, écoute, lisez le devoir 4. Lisez. Associer les prénoms aux photos. Adelina. Alberto. Boris. Daniela, Julia, Оскар. Oui, вообще-то в поездах прям так не знакомятся. То есть, если вы сядете в парижский ТЖВ, с вами никто так особенно здороваться не будет, что прямо не все сели, все поздоровались. Вали, тем более и возраст, и так далее, и так далее. Так что, ла, Борис, это потому что он русский. И поэтому Борис произносится. Может быть, если кто-то назвал своего ребенка, это будут его называть, скорее всего, Борис. Мы бом. Уже можете сказать, кого как зовут? Девочка была. La fille s'appelle. La fille s'appelle Adelina. Adelina. Écrivez, s'il vous plaît, Adelina. D'accord, on va écouter ensuite. Дальше, lisez la question numéro 5. Trouver la nationalité des personnes. Trouver la nationalité des personnes. Adelina. Я ничего, я все забыла. Это второе, это и будет второе. Но нам надо сначала задание прочесть, чтобы лучше сделать его. Так что читайте задание. Адолина, Альберто, Борис, Даниэла, Джулия, Уи, Оскар. Вуаля, и теперь давайте посмотрим национальности. Если вы их прочтете, вам будет легче их услышать. Мексикан, мексикен. Suédois, suédoise. Russe. 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 Bravo. Italien, italienne. Italien, italienne. Six.
Six trouvées bonnes réponses. Дальше. И смотрите, поймем, сколько лет Аделине. Аделина Асизан. Репетит. Аделина Асизан. Аделина. Аделина Асизан. Аделина Абитон. Аделина Абитон. Аделина Асизан. Аделина Асизан. Жюлия a 23 ans. Julia a 23 ans. Julia a 43 ans. Julia a 43 ans. Julia a 63 ans. Julia a 63 ans. Подобные вопросы будут и в тесте, который DELF. И почему, когда вы читаете задание, даже вот вы будете на тесте, лучше увидеть задание и все это произнести. Mm-hmm. Потому что если вы это произнесете, не просто прочтете, а произнесете, когда в тесте об этом будут говорить, вы это услышите и лучше узнаете. Да, это могут быть. Mm-hmm. Дальше, vocabulaire. Associé, Oscar. Oscar. Est un homme, une femme ou un enfant? Un homme. Un homme. Un homme. Est un homme. Est un homme. Сделайте так. Oscar est un homme. Oui. Вот этот «ten» начинает читаться тоже с артиклем. Est un homme. Mm-hmm. Boris est un homme. Aussi. Aussi. Тоже, да? Aussi. Дальше. Julia est une femme. Est une femme. Est une femme. Род узко. Est une femme. Est une femme. Uh-huh. Alberto est un homme. Est un homme. Est un homme. Род широко. Est un homme. Alberto est un homme. Да. Daniela est une femme. M. Est une femme. Uh-huh. Adelina est une femme. Est un enfant. Est un enfant. Est un enfant. Est un enfant. Et au fait? Au fait, pour présenter quelqu'un. Quelqu'un. Et de quoi? Someone. Quelqu'un. Quelqu'un est de quoi? Someone. Кто? Кто-то. Кого-то, то есть, в данном случае. Quelqu'un on peut. On peut. On peut. Dire voici ou voilà. Voici или voilà. Что значит voici? Сейчас скажу, прочитайте до конца. Plus le prénom. Le prénom. Le prénom. Example. Voici Pauline. 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 Voici Pauline. Voici Pauline. Voilà. Это читается как «le». Если бы был на конце «s», читалось бы как «le». Voilà. Во французском существует две версии. Вот. Voici и voilà. Чаще используют «voilà». Например, вы меня просите что-то, я вам говорю «voilà» или «voilà». Если хотят сделать оппозицию, «voilà» означает то, что подальше, или того, кто подальше, а «voici» — того, кто поближе. Например, если было бы тут несколько людей, mm-hmm. я бы сказала «voici Катя», «voilà Саша». Mm-hmm. Но в русском это «вот» и «вот». А у них есть немножко такая дифференциация того, что ближе, или того, кто ближе, и того, кто подальше. «Voici» и «voilà». А если нет такой позиции, просто нужно сказать «вот». Даже если это тут, я могу сказать «voilà». А, можно, да? Можно. Только при оппозиции мы это употребляем. Ну, иногда, конечно, если домики стоят вдоль улицы, можно сказать «voici дом такой-то». «Voici» — тот, да. Что поближе, «voilà» — что подальше, что... D'accord? «Voici», «voilà». И bon. И maintenant, on écoute второе слушание как раз-таки и делайте задание. Page 20. Document A. Présentation. Bonjour et bienvenue dans le train IDESAP Bordeaux-Paris. Place 3. C'est ici. Bonjour, je m'appelle Oscar. Et vous? Bonjour, je m'appelle Boris. Et voilà Julia, ma femme. Bonjour. Vous êtes français, Oscar? Non, je suis suédois. Et vous? Moi, je suis russe. Et Julia est italienne. Oui, et j'ai 63 ans aujourd'hui. Ah! Joyeux anniversaire. Place 4, c'est là. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Julia. Et voici Boris. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Moi, c'est Daniela. Et voilà Alberto. Bonjour, tout le monde. Et toi,
Comment tu t'appelles? Adelina. Pardon? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Adelina. Et elle a 8 ans. Adelina, c'est français? Non, c'est mexicain. Elle est mexicaine. Et nous aussi. Значит, они все мексиканцы, значит, Аделина, Альберто и Даниэла? Oui, tous. Tous sont mexicains. Tous, oui. Tous sont mexicains. Sont mexicains. Ça? Six. Это я прослушаю. D'accord, on écoute encore fort. Julia, et voici Boris. Bonjour monsieur, bonjour madame. Moi, c'est Daniela. Et voilà Alberto. Bonjour tout le monde. Et toi, comment tu t'appelles? Adelina. Pardon? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Adelina. Et elle a 8 ans. Je passe l'autre chose pour Julia. Vous êtes français, Oscar? Non, je suis suédois. Et vous? Moi, je suis russe. Et Julia est italienne. Oui, et j'ai 63 ans aujourd'hui. Oui. Eh bien, voilà. D'accord, s'il vous plaît, la première photo, c'est qui? Photo Boris. Non, c'est pas Boris. Not Boris, non. C'est pas Boris. C'est pas Boris. C'est qui? Нет, не Борис. Нет, Борис был с Юлей. А, значит, он взрослый. Oui, и тем более Юле 63 года. Да, можно еще раз? Oui. Voilà, и ça c'est qui? И ça, Оскар. C'est Оскар. C'est Оскар. Oui, c'est Оскар. C'est Oscar. Voilà. Ça, c'est qui? Mexicain. Mexicain, c'est Mexicain. Ça, il me faut des noms. Это же надо либо имена. Альберто и Даниэла. Да, давайте скажем. Ce sont. То есть, если один человек, это se. А если несколько, ce sont. D'accord? Ce sont Daniela. 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 Alberto. 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 D'accord. Quel âge a Adelina? Quel âge a Adelina? Adelina a 8 ans. 8 ans. Quel âge a Julia? Julia a 63 ans. D'accord. De quelle nationalité est Ange Adelina? De quelle nationalité est Adelina? Adelina, mexicain. Где глагол? Где глагол? Adelina est mexicaine. Чему est? Как is. Это какой глагол? Être. Adelina est mexicaine. Vous avez vu la vidéo? Da. Alors, Adelina est mexicaine. Ken. Mexicaine. Ken. Mexicaine. Voilà, et je reste. De quelle nationalité est Adelina? Adelina est mexicaine. De quelle nationalité est Alberto? Alberto est mexicain. Тоже? Mexicain. Тоже? Aussi. 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 Еще раз. De quelle nationalité est Alberto? Alberto est mexicain aussi. De quelle nationalité est Boris? Boris est russe. Russe. Еще раз. De quelle nationalité est Boris? Boris russe. Est russe. Est russe. De quelle nationalité est Daniela?
Daniela est mexicaine. Ken? Comme? Как? Comme? Qui? Comme? Adolina et Alberto. Comme? То есть как? Так же, да? Comme. Comme Adolina et Alberto. Еще раз. De quelle nationalité est Daniela? Daniela est mexicaine. Ken? Mexicaine. Comme? Alberto. Adelina. Et Adelina. Et Adelina. De quelle nationalité est Julia? Julia est italienne. Est italienne. Est italienne. Et de quelle nationalité est Oscar? Oscar est suédois. Suédois. Швед. Suédois. Voilà. Ça va? Ça va. Это мы все повторим, должны будем быстро-быстро обсудить завтра. D'accord? На следующем уроке. Alors, теперь повторяем глаголы и все. Mm-hmm. За мной. Je. Je. Tu as. Tu as. Il a. Il a. Elle a. Elle a. Nous avons. Nous avons. Vous avez. Vous avez. Ils ont. Ils ont. Elles ont. Elles ont. Отрицание. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Tu n'as pas. Tu n'as pas. Il n'a pas. Il n'a pas. Elle n'a pas. Elle n'a pas. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Vous n'avez pas. Vous n'avez pas. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Elles n'ont pas. Elles n'ont pas. Sami. J'ai. Tu as. Il a. Elle a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. À la négation. J'en ai pas. Как читается? J'ai un. Так. J'en ai pas. Oui, je n'ai pas. Tu n'as pas. Il n'est pas. Il n'a pas. Elle n'a pas. Vous n'a. Nous сначала. Vous. Nous сначала. Ouais. Nous n'avons pas. Там апострофы идет. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Vous n'avez pas. Ils n'ont pas. Elles n'ont pas. Voilà. S'appeler, zvatsya, себя звать. Mm-hmm. Je m'appelle. Je m'appelle. Tu t'appelles. Tu t'appelles. Il s'appelle. Il s'appelle. Elle s'appelle. Elle s'appelle. Nous nous appelons. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Vous vous appelez. Il s'appelle. Il s'appelle. Elle s'appelle. Elle s'appelle. À la négation, je ne m'appelle pas. Je ne m'appelle pas. Не тормозите. Je ne m'appelle pas. Je ne m'appelle pas. Tu ne t'appelles pas. Tu ne t'appelles pas. Il ne s'appelle pas. Il ne s'appelle pas. Округлённый рот. Il ne s'appelle pas. Просто вперед. Il ne s'appelle pas. Il ne s'appelle pas. Oui. Elle ne s'appelle pas. Elle ne s'appelle pas. Nous ne nous appelons pas. Pardon. Nous ne nous appelons pas. 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 Vous ne vous appelez pas. Vous ne vous appelez pas. Il ne s'appelle pas. Il ne s'appelait pas. Il ne s'appelle pas. Il ne s'appelle pas. Elle ne s'appelle pas. Elle ne s'appelle pas. Sami. Je m'appelle. Tu t'appelles. Mm-hmm. Il s'appelle. Elle s'appelle. Mm-hmm. Nous nous appelons. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle, elle s'appelle. Génial. Bon, à la négation. Je ne m'appelle pas. Je ne m'appelle pas, oui. Je ne m'appelle pas. Tu ne t'appelles pas. Il ne s'appelle pas. Elle ne s'appelle pas. Mm-hmm. Nous ne nous appelons pas. Mm-hmm. Vous ne vous appelez pas. Il ne s'appelle pas. Elle ne s'appelle pas. Génial. Et последний вообще терпим. Être.
Être. Je suis. Je suis. Tu es. Tu es. Il est. Il est. Elle est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Ils sont. Elles sont. Elles sont. Je suis. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Il n'est pas. Il n'est pas. Elle n'est pas. Elle n'est pas. Nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Vous ne. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Ils ne sont pas. Ils ne sont pas. Elles ne sont pas. Elles ne sont pas. S'il vous plaît, vous. Je suis. J'en suis. Было красиво первый раз. Je suis. Oui. Je suis. Tu es. Il est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Да? Oui. Vous êtes. Точно. Точно. Vous êtes. Ils sont. Elles sont. Génial. À la négation, s'il vous plaît. Je ne suis pas. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Il n'est pas. Elle n'est pas. Nous ne sommes pas. Sommes. Nous ne sommes pas. Vous ne êtes. Vous ne êtes. Non, нет, подождите. Uh-huh. Vous ne pas. Vous ne. Почитайте сначала утверждение. Vous êtes. А теперь поставьте N. Vous ne êtes. Z откуда берется? Из первого. Теперь его нет. Да. Не понимаю, как это. Vous n'êtes pas. Uh-huh. Vous n'êtes pas. Uh-huh. Ils ne sont pas. Elle ne sonne pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Что вы делаете дома? Вы повторяете все, что мы делаем. Mm-hmm. Вы учите видео с цифрами до скольких там? До 100. Получается, видео у вас до 100, правильно? Да. А, плюс вы учите дни недели. Мы сказали, мы еще не учим. Не учим, но вы уже слушаете. Слушаем уже много раз. Да, мы не пробуем это делать. Ну, там слишком странный счет. Нет, совершенно не странный, очень интересный. 4 раза по 25. Да. Вот, вы это слушаете, вы учите эти глаголы, вы пытаетесь это выучить. Плюс у вас дни недели и месяца. Опять же, мы не можем их выучить, но вы их слушаете, пытаетесь повторять и произносить сразу хорошо. Просто так не произносим. Далее вы смотрите то видео про... Про что там? Про страны с артиклями. Про артикли. Да. То, что я вас спросила? Да. Да? Тогда я что-то не могла сделать? Да. И вот вы это видео смотрите. Вуаля. И что еще? Завтра мы с вами это все повторим, что-то выучим, но будем, нам нужно про кафе выучить, чтобы в кафе себя уютно чувствовали и разговаривали. Угу. Пардон, мадам. Oui, l'addition. L'addition, s'il vous plaît. Oui, combien ça? Спасибо моей подружке Кристине. Oui. Которая научила меня одну фразу по-французски. Да, четко. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous êtes fatigué, устали? Да, но мне очень нравится. Génial. Voilà, bon, au revoir. Au revoir. À bientôt. До скорого.